Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня собираем теплицу компактную, арочная 2,5, шириной, длиной 3 метра. Пока приехали, разложились, приступаем к работе. Каркас мы поставили, закрепили, сейчас докручиваем прогоны. Закрепим последний торец и начнем крыть теплицу поликом. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу арочную 2,5 на 3. Дверь цельная в торце, видим. Форточка торцевая с другой стороны. Имеется у нас резиновый торцевой уплотнитель. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Все стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Также имеются диагональные усилители. Каркас из трубы 20 на 20. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Вот такая компактная, относительно недорогая и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и пишите свои комментарии. Всем пока. Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем делать теплицу арочную 2,5 на 3. С грядками на брусе. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Каркас теплицы мы поставили, нанизали листы поликарбоната. Сейчас будем обклеивать, прокручивать, делать дверь, форточку, грядки. Теплица будет готова. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу арочную 2,5 на 3 метра. Пойдем смотреть, что получилось. Цельная дверь с одного торца, видим. Сразу поликарбонат 4 мм. Все торцы защищены торцевым профилем. Плотность 0,7. Форточка торцевая с другой стороны. Есть система подвязки по одной нитке на каждую сторону. И также имеются у нас грядки интересной формы. Форма трапеция. Заужаются к торцам, расширяются к дальнему торцу. Также есть диагональные усилители для большей жесткости. Все это стоит на брусе, брус 100 на 100. Пропитан антисептиком, закреплен к земле якорями. Также есть резиновый торцевой уплотнитель. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!